В любое время дня и ночи дорога – это место повышенной опасности. А с началом осенне-зимнего периода проблем только прибавляется. Наезды на пешеходов возрастают в разы. При движении автомобилистов в темное время суток без искусственного освещения, то есть когда он пешехода сможет заметить только на расстоянии 25-30 метров. При использовании же пешеходом светосоражающих элементов расстояние увеличивается до 200 метров. На пресс-конференции по случаю проведения социального раунда начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу подробно ответил на все вопросы. Анатолий Баландин особо отметил, что использование элементов в одежде значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий, а значит, дает реальный шанс уберечь здоровье всех участников движения. Есть, допустим, детские светоотражающие элементы, они такие более играющих. Одеваешь, и ребенок становится более заметным. То есть есть более взрослые модели для велосипедистов, которые передвигаются по дорогам. Есть, у нас погода пока позволяет им передвигаться. Ну, то есть это нацелено все на то, чтобы автомобилисты видели тех людей, которые находятся на проезжей части. Правила использования световозвращающих элементов очень просты. Их можно купить в любом магазине канцелярских товаров. Места для крепления необходимо выбирать так, чтобы фликеры были всегда видны. Самый эффектный цвет, от которого больше всего идет отражение, – желтый. Всего несколько шагов, которые помогут стать более заметными на проезжей части в темное время суток. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.